Гуманитарную помощь из Республики Беларусь доставили для пострадавших от стихийного бедствия в Приморье. 72 тонны груза будут распределены в самое ближайшее время. Спасатели МЧС Беларуси рассказали, что в списке доставленного продукты длительного хранения, одежда, дизельные генераторы, медикаменты и многое другое. По поручению главы государства и Министерства по чрезвычайным ситуациям в кратчайшие сроки по согласованию с руководством Приморского края был собран груз. Это дизель-генераторы, насосы, детская одежда, продукты питания. Порядка 85 номинований. Масса груза 72 тонны. Глава государства этот вопрос держит на контроле. По словам министра по делам ГУЧС Приморского края Александра Златкина, помощь от братского народа прибыла в нужный момент. Край подвергся сильнейшему удару стихии. В настоящий момент, в кратчайшие сроки, мы его консолидируем на принадлежащих Министерству ГУЧС складах и начнем сразу же расписывать логистику в наиболее пострадавшие районы, в те места, где наибольшее число людей покинуло свои жилища, где есть потребность и в питании, и в дополнительных мероприятиях по просушке помещений, откачке воды. Вот, там, насколько я понимаю, еще детская одежда есть. Видел, как многие семьи покидали свои дома практически вот, с минимальным количеством имущества. Большое количество лекарств привезено. Сейчас тоже будем совместно с Минздравом распределять их. Все это на контроле у губернатора Олега Николаевича Кожемяка. Он фактически лично руководит всей логистикой, всем распределением данных товаров. Напомним, с 15 августа в Приморье действует режим ЧС регионального характера. Наводнения вызваны мощным тайфуном и длительными дождями в первой половине месяца.